Здравствуйте, друзья, я Дмитрий Птифеев. Записываю это видео к текстовому обзору микрофонов для того, чтобы пояснить некоторые функции работы микрофонов, такие как отсечение нижних частот, усиление высоких частот и для чего вообще нужно усиление сигнала. У меня сейчас установлен микрофон в MIG 5 Pro бренда Saramonic, и на нем мы как раз попробуем эти возможности. Сейчас у меня стоит усиление 0 дБ без всяких разных фильтров. Я нахожусь на балконе. У меня здесь есть кондиционер, он сейчас не включен, вот, но я нахожусь рядом с дорогой, прямо под балконом здесь дорога, поэтому, в принципе, работу фильтра вы сможете оценить. Итак, я сейчас включаю усиление сигнала для начала, для того, чтобы вы поняли разницу, и ослабление сигнала. Для чего это нужно? Усиление сигнала нужно, соответственно, если вам не хватает чувствительности, если вы находитесь далеко, вам нужно, чтобы сигнал был сильнее. Но тут нужно учитывать, что вы усиливаете сигнал весь, то есть не только свой голос, вы усиливаете шумы всякие посторонние, в частности от дорог. Сейчас включаю усиление плюс 20 дБ. Ну вот, сейчас будет, наверное, слишком громко, я вот постараюсь отдалиться. Вы меня, наверное, очень хорошо слышите, но при этом очень хорошо слышите всякие посторонние звуки. Не буду вас напрягать этими звуками, отключу усиление. А вот сейчас я включил ослабление сигнала минус 10 дБ, и поэтому я придвигаюсь специально поближе для того, чтобы меня хоть как-то было слышно, потому что идет общее ослабление сигнала. Это для чего нужно? Вот как раз для таких ситуаций, когда есть посторонние шумы, и они заглушают мой голос. Для этого я подношу свой рот ближе к микрофону, при этом посторонние шумы, соответственно, находятся также далеко, и поэтому они слышны меньше. Все, включаю обратно нулевой уровень. Вот. Сейчас нулевой уровень усиления. Вы меня должны неплохо слышать. Я нахожусь где-то в сантиметрах 20 от микрофона. Это, в общем-то, оптимальное расстояние для MIG 5 Pro, для его чувствительности, для того, чтобы можно было записывать свои там стримы, видеоблоги и прочее. Сейчас я хочу включить вам фильтр нижних частот сначала. Вот. Сейчас я включил фильтр нижних частот. Не знаю, будет ли это слышно. Не уверен, у меня здесь, собственно, вибраций особых нет. Я хотел дождаться мусоровоза, который здесь приезжает и громыхает. Но в данном случае просто сравните с тем, что, когда проезжают машины. То есть будет ли отфильтровываться звук каких-то там, не знаю, гулких таких звуков со стороны. То есть вроде особо ничто не шумит, не гремит, но может что-то отфильтровывается. А вот теперь поставил отсечение со 150 Гц. То есть то, все, что 150 Гц ниже, будет фильтроваться. 75 – это менее жесткий фильтр, то есть 75 и ниже отфильтровывается. А сейчас 150 и ниже. Вот как раз там кто-то там гудел, сейчас пронес. У нас тут любят гонять на каких-то рендванах ржавых. Поэтому очень даже актуальный фильтр. И они отфильтровываются со своими низкочастотными глушителями. И разные всякие другие гулкие звуки. Бывают в мегафон там что-то вещают, бывают мусоровозы громыхают. Вот, чтобы это немножко отфильтровать и записывать в таких неидеальных условиях звук, для этого нужен низкочастотный фильтр. Отключу его. Вот сейчас я записываю без фильтра. Сейчас, не знаю, немножечко послушаем, для того, чтобы понять разницу. Сейчас наверняка кто-нибудь или проедет, или еще как-то пошумит. Здесь не бывает, чтобы не шумели. Время сейчас, время сиесты, жарко. Люди попрятались в квартиры, включили кондиционеры. Вот, поехали какие-то товарищи. Я вижу, такси поехало. И чувак на электросамокате. Но он-то шуметь не будет. Вечером даже эффективнее получается использовать фильтр. По той причине, что вечером в общей тишине очень слышны гулкие звуки. А днем идет общее громыхание. На этом фоне проще снизить уровень сигнала и говорить ближе. Но с другой стороны, как я могу говорить ближе с этим микрофоном? То есть мне его надо тогда ставить отдельно, или на удочке его, или на штативе ставить рядом с собой, для того, чтобы мой голос был пропорционально сильнее относительно общего шума.
Ну вот сейчас слышите, вон поехала какая-то мотоциклетка. И слышно, я думаю, от нее звук. Вот сейчас тоже не знаю, у вас тут слышно, не слышно. Пошли звуки разных мотоциклов. И еще раз включу фильтр 150 Гц. Жесткий фильтр. Нижний частот. Вот так это все просто очень делается. Немножко видите, как мой голос меняется, когда я включаю фильтр. Это да, потому что у меня мужской голос, то есть тоже есть нижние частоты. Не знаю, как это, видимо, влияет. Хотя я не уверен, что у меня на таких низких частотах есть какие-то звуки, может, и есть. Я не вокалист. Опять все затихло. Отдельно я хочу записать функцию усиления высоких частот. Вот сейчас она у меня установлена. Вы можете попробовать услышать разницу. Я думаю, что разница слышна, как, в общем-то, и во всех остальных режимах. Микрофон прекрасно работает. Но надо учитывать ситуации, в которых вы его используете. То есть где-то нужно усиливать высокие частоты, где-то не нужно. Где-то заглушать низкие частоты, где-то не нужно заглушать, где-то просто понизить уровень сигнала и приблизиться к микрофону. Вот для каждой ситуации есть свое решение. Микрофон богат настройками, так что я очень рекомендую. И, наверное, лучшая самая рекомендация, то, что я купил его себе, вот Saramonic VMic 5 Pro. Остальные микрофоны мне тоже понравились, это хороший, крепкий, средний уровень. И в данном случае я не буду рассматривать прям вот так вот технически, то есть очень придираться к чувствительности микрофона или к максимально профессиональным настройкам. Я хочу сказать, что для большинства видеоблогеров этих микрофонов более чем достаточно. Звук вообще отличный, и, в общем, все довольны. А сейчас вы послушаете тестовые звуки при усилении высоких частот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И сейчас послушайте то же самое с отключенными высокими частотами. Я отключил усиление высоких частот. Вот сейчас я скажу вам то же самое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Вообще мой голос находится в низких частотах, так что я не думаю, что там сильно слышно именно по моему голосу. Вы можете услышать разницу по окружающему пространству, потому что здесь звуков более чем хватает. На этом маленький свой тест я заканчиваю. С вами был Дмитрий Птифеев. До новых обзоров!